Жизнь в приграничных регионах Ферганской долины до сих пор небезопасна. Конфликты на бытовой почве, перерастающие порой в масштабные этнические столкновения, стали такой повседневностью на юге Кыргызстана, что угрожают спокойствию всему региону. В приграничных сообществах Баткенского района и Исфалинского района часто возникают именно конфликты, связанные, то есть с пересечением границы, там, с использованием пастбищ, там, с нехваткой ресурсов. То это все происходило именно из-за того, что люди не были информированы о правилах, процедурах пересечения границ. Данная граница, отделяющая Кыргызстан от Таджикистана, протянулась почти на 1000 километров и является предметом спора и столкновений с ранних лет советской власти, когда демаркацию границ между новообразованными среднеазиатскими республиками новая советская власть производила не по этническому расположению народов, а по экономическим соображениям. بعد پاش خوردن اتحاد شوروی بین همین تاجیکستان و قرغیزستان بعد همین فصل وقتی چراگاه به رفتن به ما به بسیار مشکلی ها بود تاشتر در جایت جوک من اوزم پاش بسیدی دیشتیگن دیگن که این جایت در داغه اوشو تاشتر اوزدور در جایت جوک بلغندگنان بیزن جایت در دازه پایدالان اوتاد سبب هیت بیزده آرالاشتا همین محمد در شخمت نیوتروب کنم تاجیک قرغیز ونوشدن بیز بیر بولوشوز کرک Bizim Köktaş aileminin Tacik Respublikası Samoyun'un aile granisi attak. Çok şakmat türünde ak formada yakışkan. Şunda ile bizim Köktaş Mektebi'nde Şaylağan adında Orta Mektebi'nin Na Tacikistan'ın Mektebi var. Okuşlar yerteminin abette kesilişi ötöttür birbirinin. Составить перечень всех проблем крайне тяжело, так как не существует исчерпывающей статистики возникающих конфликтов. Отчеты правоохранительных органов только за последние 3 года говорят о десятках столкновений с наиболее серьезным человеческим и материальным ущербом. Менее масштабные инциденты, как правило, избегают разглашения. بعد قراولی مکتب برامده با چوپان ها جنجال کردن که در از حدود مکتب چاروه خود رو نگذراند و چوپان که همین قراولی مکتب هر دوش مناظره جنگ شدن برای همین چاروه بعد سگی چوپانیز به بچه ها حمله کرد Тазасу бойынша бізде көп проблемалар болған. Себебі біздің Самойлонда жасаған тәжік туғандар арқа кір шайқайтылы, кірлерін. Оша тәжік туғандар шарасыға суды тәжікке салып, ап чығып, жуу атқан жерінен бір қила жолы мен өзім алып, ұрғыт өрген. Мүшкілет көп пайда үшілігі жабалды. Оп жуғына мен ома. Обайы флос. Вақты зимістон мешіт, аз рафты Да, доза кормит, оба грифта не бьет, зеленко. Бары оба варан, кучаны, сагу, хунуку, яху, азобы бисер мекешет. Не менее напряженная ситуация сложилась на пересечении дорог Баткен-Исфара и Чаркух-Варух. Эта межгосударственная магистраль, соединяющая Кыргызстан с Таджикистаном, является главной экономической артерией данного региона и в то же самое время наиболее опасным местом, где в буквальном смысле сталкиваются кыргызские и таджикские интересы, примерно в половине случаев перерастающие в масштабные межнациональные стычки. В основном те автомашины, которые придут с этой стороны, и с этой стороны, они с этой стороны не останавливаются, они вот в знак хотя бы, и этот... Случится ДТП, много ДТП, фактов. Например, в 2011 году более 20 случаев фактов ДТП, которые очень много. И как раз вот в 2011 год, в феврале месяц, мы с представителями организации Safe World, и мы как раз здесь вот хотели обсудить пути решения данной проблемы. И вот в это время здесь, вот оттуда пришла таджикская машина, а с той стороны киргизская маршрутка. Таджикскую машину сбила, и машина прямо к нам идет. И машина придет, и сбил меня, вот ногу, сломался ногу у меня там.
Бугачен ушул эми бизден азыр Баткен Исфана жолу менен Чарков Варк жолу Бугачен неделясында бир жолу, может эки жолу, бир күндө эки жолу дагы мындай ДТПлар болуп турган. Эми Бугачен мамлекет тарабынан ушул жергиликтүү аймакта жашаган эл менен Тажик Республикасы тараптан эки жактан адамдар өкүлдөрү келишип сүйлөшүп бул маселелер чечилбей келген. Бирок в последнее время решать существующие проблемы на местном уровне стало почти невозможно. Отчасти из-за накопившегося недовольства местных жителей, а зачастую из-за чрезмерно эксплуатируемых этнических различий между таджиками и киргизами. Для внедрения идей совместного решения сложившихся трудностей возникла необходимость проведения специальных тренингов и семинаров, позволивших местным сообществам лучше увидеть и осознать свою ключевую роль в устранении разногласий. Не дожидаясь окончания и так затянувшихся переговоров о демаркации границ, местные сообщества совместно с правоохранительными органами и властями начали вместе достигать результатов конструктивного сотрудничества. The community security approach is not just about the results, but it's also about the process of confidence building between the community members and, on the one hand, and the law enforcement agencies and local authorities, and also among the different communities living across the borders. And for the Safe World and local partners, Association for Scientific and Technological Intelligentsia, Foundation of Tolerance International and Youth Development Cooperation work together to bring community members and facilitate the process of identifying, analyzing and planning for community security issues together with law enforcement agencies and local authorities. And we work through the representative working group members. So right now we have 12 working groups across Kyrgyzstan and Tajikistan. Эти рабочие группы из 12 адресных сообществ занимаются сначала определением проблем, то есть они выезжают на места и определяют проблемы вместе с населением, конечно, связанные с безопасностью проблемы, после чего они уже консультируются и с правоохранительными органами, и с местной властью по анализу этой проблемы, этих проблем, то есть, и потом они уже приоритизируют, выбирают из этих проблем, из ряда проблем, одну наиболее актуальную и начинают уже работать именно над этой проблемой. И самое главное для нас и в приоритизации, и в определении проблем, это то, что важность сотрудничества между этими группами, с правоохранительными органами, с местной властью, параллельно также, чтобы эти группы, особенно когда это приграничные проблемы, эти группы друг с другом сотрудничали и двусторонне подходили к решению этой проблемы. Вакте ки мо бо ташкилот шумо хамкори кардем, байни сарҳадбонҳо, байни чупонҳои Кыргызстон мо бо вохӯри гурзондем, хам аз ҷамоати Чорку, хам аз Сомониёнанда, мактабанда. Ҳамин коро мо хеле ҳамин соли солби назаррас шуд. Азыр мо ҳамин солба ду маротиба пайтаб гувай кардем. Якташ уг главное мегуд унжанда. Кыргызо кити самесни ман ҳамро будам, ҳамин хуйчош кити кор карда, эноош диди вайҳо диди гурзундем. Ва сону укол кард вайҳо. Дуюмаш дарвоза худомо болонда. Ва ям ҳамин хел ду хуйчи гувай ҳамин қишлоқ гром бурд ман вай будам ҳам укол кард, ҳам ҳавайо нависти гром бурд ман ҳамин сол рафта умад ягон вайаш нест. Давом до метем ҳамина. Сол гузаштагин да ман худам иштирок кардаги будам, рафтем пултетон гуфти ҷанҷол кардаги буд. Умуди одамо мани бурди буд. Имсол ҳамин кор шудагиш не. Сарҳадбоно бе ягон вай монд гузашта умад. Пул ҳам нагирифтас мисол, ҷанҷол ҳам нашудас, ту қирғиз ман тоҷик нагуфтас. Жаңа айтып өткөн проблемаларды биз отуруп чечишке жетиштик. Тажиктерден чакырылды, кыргыздардан чакырылды. Бул Чаркойдо болуп атты, биздин өзүбүздө болуп өттү. Жаштар көп, мисалы, постордон өтүштү билбейт, көп кыйналган. Биз ошолорду алып келип, солдаттарды тажиктин пограничтинде өзүнүн пограничтери менен как контроль өтүш үчүн постордон. Буларды биз ошолордун практически көрсөтүп, практически окуучуларга метркелерин факт кылып алып келип, кандай өтүштөрүн көрсөтүп бердик.
وقتی که همین مشکلات بود بعد ما با تشکیلات جمعیتی استی همکاری کردیم. وقتی که اینها ما به متریال همیشه گرفته دادن، ما با پدر و مادران با جوانان دهه و آخری ها گذرانده از آنها خواهش کردیم که به ما یاردم کنند و همین اطراف مکتب را با پنجره محکم کردیم. جوانان نیز بسیار یاردم کردن برای من استایی که به طریق حشر گذرانده شد. استاها هم از پدر و مادر بودند، خوراکاشون هم پر را از بالای پدر و مادر شد. نمه تاجیک تردن جماعت بار محله این من özüm koşulup öküz halkı çağırıp aşarık masada bitirdik. Hemen o benim in obketi benim her haftan yardım etmem obketi azamcan obketi hemen vaykarı soda hemen obu tozumu bırakayım ve yardım etmem o. Muayene bakıyor sondum bana kılıbıcı oldu ob has sufada burada sodayım. O benim düğün proyekte sarkardım bazayı girdi maktaba zaboruşa. Ana o zaman her hafta stolas, bir tanışa şimdi bana uzun azlık bu başımı ibadırım bu lokuş. Bana bayı behterin de oldu ki hemen bu kardım değil mi kora? Maslahatı ve hakikati, samimisi de işte maslahat kardı. Hemen kora mı kardım, bana o zaman o bu stivalı burada sorayım. Vakti ki Asrafi hemen teşkilat yani vakıri güzelinde şu, namayanda konu makamada hibdi hukuki nohi bodkan ve isra iştirak namadayım. و با سری یک مسئله اومدیم که برای کم کردن حالتی فلاکت آور برای حمایت هم شهروندان رانندگان که از همین راه میگذرند در اونجا خطی سفید کشیده آگاهی نمونه آگاهی کننده رو گذاشتن در کار و بعد از این با درجه بسیار اولی حالتی افتاوری کم شده O yanda mı bu maksadı bozan behtar namudun in çoğrahi vardı mı hardı hemen mavzi darbayını aholi ve hususan cavuğunun barayı peşkeli kadını hemen nişana hoyu kuzoştu ki himoya kadanışı ve fahmodan kuşmak. Выяснили, что да, основными очагами возникновения конфликтов это отношение молодежь в приграничных сообществах. То есть молодежь по своей повседневной жизни бытовой приводит к тому, что из-за их спор, из-за их простое поведение, да, вот возникает конфликт. На самом деле мы поняли, что молодежи просто не хватает вот таких совместных мероприятий, чтобы они и познакомились друг с другом, и общались между собой. ما در مکتب یکچند چاربین های فرهنگی گذرانیدیم و بغیر از این چاربین های فرهنگی چاربین های ورزشی نیز گذرانیده شد. مقصد از گذرانیدن این گونه چاربین ها آن است که ما دوستی بین خلق ها را باز هم رواج دهیم. من یکی از غالبان آزمون رسم کشی در بین قرغز و تاجیک شده گذشت که در آن ما غالب آمده جاهای یکم را به سیاحت شهر خوجند فرستاده شد، جاهای دویم و سیوم را با تحفه ها قدردانی کرده شد. ما از این خیلی خرسند هستیم. ما همراه قرغز و تاجیک به شهر سیاحت شهر خوجند رفتیم. ما از این خیلی خرسند هستیم. باز می خواهیم که همین خیلی آزمون ها شود و مادران اشتراک کنیم و دوستی بین قرغز و تاجیک باز هم شدیدتر شود. По этому проекту и по своим планам каждые три месяца производятся встречи с населением, отчитываются участковые инспектора перед населением. В том числе при коренных районах у нас основной проблемой то, что чтобы конфликты не были, чтобы предотвратить этих конфликтов, патрулирование и из числа народ, организовали народные дружинники, внештатных сотрудников количество увеличивается на приграничных районах. И они, и у нас самое главное, вот мы организовали так визитные карточки участвующим инспекторам, лично мне и участвующим инспекторам, которые на границе обслуживают.
и население сразу связывается, они имеют контакт и сразу сообщают нам о том, что у них случилось, чтобы сразу на местах решать проблемы. В настоящее время наши группы находятся на фазе реализации этих планов. В некоторых группах, конечно, еще план до конца не составлен. На данный момент идет анализ проблемы, и они сейчас собираются составлять план. И затем уже будет идти реализация этих планов, после чего уже будет идти оценка воздействия. Данный цикл у нас планируется к завершению уже к концу марта 2013 года. С апреля 2014 года мы планируем начало следующего цикла во всех 12 сообществах. Совместные эти проекты сейчас необходимы до периода, до того, как разрешается, вот, например, сказать, что вот делимитация демаркации границ, до того, как строго будет разделено природные ресурсы, разделены природные ресурсы, международные вмешательства в этих регионах своевременно и нужен. Невозможно в одностороннем порядке решить какую-то проблему. То есть должно быть совместное сотрудничество. Это могут быть и, например, даже между пограничниками, может это между правоохранительными органами, это может быть между местными властями, то есть местное самоуправление, также между жителями. И важность членов рабочих групп. Это те группы, которые именно всех вот связывают, да, и совместно в сотрудничестве с ними решают именно вопросы, касающиеся безопасности этих сообществ.